А тут, кстати. Не, блядь, их тут тоже Тебя три штуки. все? Первое. Пиздец, это какой-то ебаный ад. Да вначале, по-моему, тут нехуй делать, точно. Но сейчас тут вообще нет, нечего делать. Нужно справа что-то делать. Типа вот так вот. К этой штуке, кстати, Хуя бы. одна. Сейчас, подожди. А когда мы вообще навели лазер в эту, что-то случилось? Вот лазер, видишь, куда идет? Сюда. Куда? Вот здесь Ну, он. Одну ну. хуйню зажег и все. Дальше ничего не. Я не знаю, я ничего не вижу, что это случилось. Ну, кубик. Можно Короче, го передавать направо. воздушно-капельным путем этим. Короче, го заново замутим, мостик поставим тут все это. Так, а чего ради? Давай. Ну, порталы заново создадим хотя бы. Сейчас мы прям на самом начале. Ты нормально? Да, блять, я застрял нахуй. Не, я застрял этой хуйне. Так. Так, я захожу. Ставлю. Ты к этой хочешь опять штуки, да? Лазер воткнуть мне. Ну, блин. Погоди. Кубик там не нужен, да? Правильно. Или Не нужен. подожди. Или попробуем. Может, все-таки пробуем в эту воткнуть? Потому что это хуёво будет. А что если ты кубик воздушно-капельным передашь по мосту, слышишь? Пойди. И все прямо в центр комнаты его скинь. Что-то И будет. чё? Так в центр Я не комнаты надо знаю. 4 кубика. Он один ничего не даст, наверное. Думаешь? Ну да, их надо 4 туда положить, и тогда все будет. Воздушно-капельным, что он центр-то сделает? Хочешь, ну хочешь попробуем, давай, why not? Ну просто смотри еще раз. Ты точно думаешь, если в эту воткнем, то ничего интересного не получится? В эту, да, то есть. Ну, мы можем попробовать воткнуть, Давай типа, что. попробуем. Бля, ну тут Смотри, прям... я сам могу воткнуть. Как ты сам воткнешь? Ну, тебе нужно направить на мой портал, по да. Мой портал направить, пусть. Бля. О. Подожди. О, видишь? Видишь, Попал? только одна из двух. Да, теперь убери, смотри. Видишь, там два Воистину. крестика. Так, не два крестика. Воистину. Подожди. Блять, нет, не подожди. А ты сломал свой портал тут, да? Или пуф? Нет, он идет с лазером. Подожди. Типа, если хочешь, ты можешь туда заходить. Не психуй пока. Без нервов. Ну, можем передать воздушно-капельным. Но в той комнате он разве что-то сделает? Он на постоянке на Стой, ключ. погоди. Погоди. Мы светили. Это нихуя не делает. Это она вторую часть открывает. Ну да, Но у да, да. нас лазер проебывается. Правильно? Да. Поэтому нам нужен еще один кубик, чтобы открыть эту хуйню. Сложно. А, ты еблан. Конченый. Бля, тут портал я тоже не могу. Ты раздвоил лазеры? Че? А как у тебя два лазера? Как? В смысле, так порталы? Я не раздвоил. Дорога. А лазер только отсюда светит, да? В других комнатах нихуя нет его. Тут мы, соответственно, не можем. Чел! Че? Че? Ну, да не, ничего. Ну, короче, ты с кубиком можешь воздушно-капельным проходить куда-то. Но в чем прикол? Ты думаешь? Да Ну, вряд. ты можешь только в эту пройти. Мне кажется, Пиздец. нас пройдет только кубик, а не ты.
Нет, ты им прикроешься, типа, и нормально будет, мне кажется. Так ты видишь там, блядь, сколько лазеров, а чё ты там нахуй прикроешься? Тебе, блядь, с двух сторон тебе всему кубами обложиться чисто. Залезть в него. Тогда может, да. Нет, ты перед собой ставишь на картоны и пролазишь через этот лазер. Только куда ты с ним потом? Опять начальную комнату. Тут будет воздушно-капельный. Короче, как мы делали? Иди посмотри, что там будет, если мы лазер реально вот на ту фигню отправим, которую уже мы пытались. Вот. Блять, я не могу метать. Вот эту же ли? Вот ты нанес. Да, да, да. Ну и чё? Ну, откроется вот от этой двери одна штука только. Одна штука? Ну да, вот эта вот, которая идет. Может, она... Я не знаю, что происходило в прошлый раз, но давай. Ну давай, чё. Как? Как мы это сделали? А как? Я не помню. А ты там что-то ставил, кастовал. Ну это надо... Так, твой портал там еще живой, значит? Подожди, убери лазер. Так, это вот, допустим, вот так вот, да? Нет, стоп. Верни, поставь сюда синий. Синий портал. Это глуп. Да и похуй. Я ведь могу? Вот, ты сверху должен что-то замутить. Вот. Вот, вот эту хуйню куда-то. А теперь я ставлю свой портал сюда. Вот и что случилось, ебать? Ты вообще попал им нахуй? Я нахуй попал вообще. Вот так как нет, давай хуйня подожди. Какая-то. Какая хуйня открылась? Ну смотри, как, что-то нажалось. Подожди, дай я сюда запрыгну. Направь. Стой. Направь. Просто направь. Да ты отсюда не увидишь. Да я вижу, вижу. Ну. Еще раз убери. Я не знаю. Вот дерево. Поэтому. Стой, стой. Я туда зайду. Я сюда захожу. А теперь ты направляешь кубик. Ничего не происходит. Ничего. Ну, вот светится одна эта штука к этим дверям и все. Бля, зачем? Так, это? Ну теперь воздушно-капельный путь нужен. Зачем? Зачем? Можно ли с помощью него кубик тебе передать? Ты сможешь себе построить... Бля. А зачем мне нужен этот кубик тут? Я хер знает. Ну, как бы не я нужно? Хер знает. Ну, вообще, как бы не пришли к ведеркам у меня тут. Это вообще вперед типа ведет, а на деле нихуя не вперед. Почему она меня просто наверх кидает? Или... Да, она меня сюда наверх кидает. Или чё, стоп. Чё у двери находится ещё раз, которую мы почти открыли? Мы справа, которая... Ну, и чё? Чё там? Там кубик уведёт вот эту штуку. Угу. Там кнопочка внутри. Это галочка. Какой-то треугольник. Бля, прикинь, это багнутая мапа, которую нельзя пройти. Мне кажется, мы просто долбоёбы, ничего лишнего. Ну, блять, подожди. Да. Я воздушно-капельный сейчас пущу. Мой портал не руин. А как ты мне кубик, типа? Я не знаю. Давай я с кубиком пройду по воздушно-капельному. Будет охуенно. С кубиком сюда. Ладно. Чё? Ладно. Так. А, блядь, или там лазер с двух сторон, реально. Чё ты? Не, ничего. Чё тебе надо? Берёшь кубик. И просто... И к тебе? И ко мне просто на морозе. А нахуя? Нахуй не надо, ты прав. Душно-капельным можно. Блять, ну это какой-то пиздец. Нам по-любому надо что-то стартануть с этой комнаты. Мы можем пустить лазер в ту комнату. Открыть ту штуку. Но нам это тоже нихуя не дает. Другие мы не можем. Потолки какие-то темы. В эту хуйню не могу въебаться, да? Портал или он с очень как не пойду.
Ну это херня, наверное, чтобы на дорогу попасть. Че, нахуй? А, на ту, чтобы на дорогу нахуй. На свою. Короче, давай попробуем. Бля, у меня порталы удалились. Ты хочешь? Ну, на портал удалились. А, похуй. Эти кубики useless. Эти кубики для финалочки, да. Скорее всего. Ну, материал беру. Слушай, его реально нельзя так притащить. Но это все равно нихуя не дает. А где ты его взял вообще? А, тут лежал. Ну, это все равно нихуя не дает. Не, ну мы можем на самом деле. Блять, слышь, чел? Воздушный капель мы придадим. А как кубик стал по... А, воздушный капельный закроем. Воздушный капельный один. Короче, чел, нам надо кубик в каком-то доставить. Куда? Какую? Погнали. Повторяем все. Все то же самое, что делали до этого. Так, сначала мне туда схитить, да? Угу. Упал на дорогу? Так. Кубик в той комнате, можешь доставить? Стой. На лазер нам похуй вроде. Да, на лазерном. Похуй. Я с кубиком ныряю в эту комнату. Ставлю портал. Ставлю еще портал. Воздушный капельный будет работать? Да, будет. Кубик через лазерочки проедет и скинется туда. Можешь сюда сходить. Ну, на всякий случай. Не, подожди. Не сходи. А как мы подали на воздушный капель? А, ну через портал просто. Короче, давай сюда пиздуй, тебе есть тут что делать. Ты должен мне воздушный капель открыть, чтобы я с кубиком попал в центр. Давай в центр пробуем его закинуть. Открой воздушный капель. Воздушный капель тебе? Да. Ты что делаешь? Я понял. Мне так цель портала. Так, как это сделал? Похуй. Ты не сможешь. Ты не сможешь так, блин. Хуйня. Ты что, блин, сделал вообще? Блять, просто ничего не нажимай. Там, блядь, сетка, куда ты нахуй пытаешься? Подожди. Тебе вверх прыгнуть надо на прыгунке, как минимум. Алло, блядь. Подожди, так я... Там, блядь, сетка. А я через воздушно... Если... А, ну да. Все нормально. Тихо. Все, кубик сейчас доедет, а ты нет. Он доехал, Хорошо! Четко. Так, теперь я бегу к кубику. Так. Ага. Готов? А нахуя мне кажется, тихо. Если его можно через стены проносить, нет? Его нельзя проносить, вот в чем дело. Чё, ты уверен? Да, я потестил уже. Нет. Через стены можно обычные проносить. Подожди. Блять. Ну да, это походу просто финальная комната. Бля, ну это какой-то полный пиздец. Погоди, подойди ко мне. Че это? Как это хуйня открыть? Че это вообще такое? Как это открыть? Треугольничек. Что такое, блядь, треугольничек? Вот есть среди значков треугольничек. Где-то, блядь, хоть где-то нахуй. Округлый шочек, то что. Да. Вот где треугольничек? Вот тут нет треугольничков никаких. Дерьмо. А есть вообще инструкции, можешь начать для дебилов? По-любому есть. Какой-то крестик. Срочек мы туда посветить не можем. Погоди. Чё? А как вот сюда, например, направить лазер? Есть вообще варик? Слышишь? Куда? Нет, нету. Вниз. Но не вы, мы направляем типа на эту дверь, и она не открывается. Там еще должны быть направлены какие-то штуки на нее.
Есть еще один куб, где дорогу двигается. Нет, кубов больше нет доступных. Короче, по сути, знаешь, как должно выйти? То, что мы направляем сюда лазер. Мы направляем сюда лазер. И эта дверь должна открыться. По логике вещей. А там кнопка, мы нажимаем кнопку. И выпасть должен куб. У меня такое чувство, будто, блядь, тут что-то забагалось. Короче, если... Раз... По-любому... Да, ничего не забагалось. Может, нам вдвоем надо встать у этой двери, когда мы лазером направили? Нахуя. Думаешь? Нет, тут нет такого. Вроде. Ну, а какие варианты? Смотри, сюда к этой двери ведет только эта штука. Да, пробуем еще раз направить и вдвоем встать, а хз. Какие еще варианты? Видишь, он не пролезает через это. Так. Так, теперь я выхожу. Ставлю портал. Ставлю сюда свой портал. Ты что, блядь? Блядь. Упал. Я обосрался, кажется. Подожди. Блядь, чувак, я промах. Хотя могу левее просто поставить, наверное. Все нормально будет. Стой, отойди. Так вот могу, наверное, просто. Скажите, что я могу. Блядь. Ты что, не попал? Че находя? Не попал. Погоди, дай просто чуть себе лазер. Сука, я так и думал. Ты, блядь, как нахуй так криво поставил, алло, блядь. Стой, стой, стой. Я Ланси. Поправлю сейчас. Блядь, я наткнулся на эту хуйню. То есть надо вот так вот, получше? Да. Все четко. Ну давай подходи сюда, хз. Ты, в смысле? Ну, что там делать? Ну, вместе стоим этой двери. Я, блядь, не ебу. Это хуяк. Ну, а что ты предлагаешь? Как тут эмоции? Давай это... Руками. Я, блядь, не ебать, не могу. Шлепнем. Она должна, блядь, была открыться. Так что мы можем сделать, блядь, с помощью воздушных капельного, кроме как убить тебя? С помощью воздушных капельного мы потом кубики в центр просто приносим. Understand? Да. Вот. Например. Для этого сейчас должна была открыться дверь, и мы отсюда достаем кубик. Но она почему-то не открылась. Это очень странно. Понимаешь, в чем дело? Ну-ка, подойди ко мне, иди сюда. Пока по две, эти две. Иди сюда, ебать. Погоди. Ты туда не прыгнешь, проталкивайся об этом. Охуенно. Ты чё? Не знаю, я просто... Блядь. Где? А как тут? Как тут эмоции делать? Я что-то не помню. Блин, ну что я делал, блядь, эмоции? Что за хуйня? Не, на консоли или на ёпу, я не помню. У меня просто вообще ничего не работает, никакая мод. На пу не работает, в том-то и дело. Может, следующие кнопки тогда сработает? Ко мне подойди. Не-не. Нет, работает. Куб я тогда доставил в центр, но это нихуя не дало. Короче, я пошел. Ты какой-то бесполезный. Например, чтобы открыть вот эту хуйню, нужно одновременно поставить кубик сюда. Ну,
Для этого, смотри, в чем логика. То, что я нажимаю... То, что вот эта дверь открывается, мы получаем кубик и передаем два кубика воздушно-капельным путем. А где у нас кубик? Какой нахуй кубик? У нас один кубик. Ну, один, который достаем отсюда, мы его передаем туда воздушно-капельным путем. У нас тут два кубика, получается, там, в той комнате. И мы достаем оттуда третий кубик. Думаешь, два будет? Почему ты думаешь, что будет два кубика? Он же один. Подожди. Говорят, в первой комнате фрикуб. В какой нахуй первой комнате? Ну вот, первая комната у меня. Здесь куб. Так. Пять. Игорь. Да. И, собственно. Фрикуб. Как писали в чате, собственно, эксперты. Чё ты? Куда уебал? Смотрю. Ты чё сделал? Наверху кнопок для пизды ещё каких-то. Вот только как туда попасть, вопрос. Непонятно. Это куда ведет? Это ведет в лазер, который нихуя непонятно. Что тут какой-то булщит, это мы видели. Что тут? Тут мы лазер сюда не направим никаким хуем. Да. Ебучий ад. Кнопка. Мы подали кнопки? Не, мы да не подали. В потолке там есть дырка? Дырки там нету. Так. Портал да поставить. Смотри, еще раз. Ну. Хуйня какая-то. Лазерок мы куда можем пустить? Никуда мы толком его не можем пустить. Хм. Так, отсюда мы начали, да? Мы тут родились. Бля, ну вообще логично, типа, мы где родились, вот первая комната, с нее надо что-то начинать. Ну тут что-то ни хрена нет толком. Да, мне там же нечего, мне вообще ничего нет. Угу. Идет сюда почему-то. Тут какая-то кнопка, блять, еще под этим кубом. Там какие-то хрени. К чему они там вообще, блин? Больше тут никуда не поставить портал. Сломается, если я выйду оттуда. Да пробовали в центре уже херовины, они ничего не дают. Вообще нихуя непонятно. Могу вот такие два портала въебать. Охуенно. Да, причем тут две херовины из четырех. Эти херовины в центре все ведут вниз, вон туда. Они активируют самую главную, типа, дверь, из которой мы выйти должны. Короче, закинь меня наверх. Давай.
Дальше. Да, погоди. Ничего пока. Эта хуйня только часик. Вот здесь что за хуйня? Почему подо мной этот круг, ебан? Почему подо мной этот круг? Какой круг? Михаил? Подо мной прям, вот я не знаю, какой-то круг просто, видишь? Ну. И чё, нахуя он нужен? Ну что он делает? Что он дает? Почему он тут? Так, лазерочек нам не нужен пока, да? Я убираю его? Ну, у меня мост закроет. А, понял. Да. Вот я лазер сделаю, допустим, ну и хули нам даст. Ну, лазер первый я должен делать в любом случае. Есть. То. Сука, почему так сложно? Пиздец какой-то. Я пришел рофлить, а тут, блядь, мозги ломают. Всем что? Так, и чё, я сюда? Ну, например, чё-то там. Ну блин, да в этой комнате на самом деле у меня уже нихуя нету. Ну, мы поставим лазерок. На эту штуку. Так. И все, больше мы ничего не можем делать. В этой комнате. Вообще нихуя. Абсолютно нихуя. А, погоди, стой! Че? У меня здесь еще какая-то хуйня наверху. Какая? Блять, масло. Какая хуйня? Погоди. Иди посмотри, что там. Я не ебу. Хуя себе, ебать. Ебаный. Только заметил. Не рад, блять. Игорь, тихо, давай без руганий. Че сейчас появилось? Временная кнопка какая-то. Ну что-то случилось? О, только погоди, стой, не двигайся. Сейчас? О, да. Это, короче, сейчас скажу. Эта хуйня откроет эту дверь, которую мы лазер направляли вверху. Только она в течение какого-то времени, там буквально, блядь, 3-4 секунды. Да. Именно прям дверь? Да, сейчас, ну я сейчас скажу примерно сколько секунд. Нажми еще раз. Раз, два... 3, 4, 5. Ну 5 секунд будет, чтобы замутить поганку, наверное. Ты поганку не замутишь, то надо ТП доставить. Ну теперь, погоди. Погоди ты. Я могу тебе открыть. Можем два портала уместить там? О. Попробуй слева свой ебнуть. Нельзя, да? Да можно, можно. Не. Нельзя. Нет, не можно. А я могу туда свою ебать, кстати. Хотя там. Можешь свои ставить там портал. Ну чё, давай тогда. Я тебя открою. Кстати, ты можешь в той комнате оказаться? В какой? Сейчас, погоди. Сейчас все замутим. Ну тебе просто. Ты сейчас. Пиздавать ту комнату. Стой. Надо, я нажму кнопку, и ты зайдешь в ту дверь, нажмешь ту кнопку. Ну ты можешь поставить вот туда, куда я смотрю, видишь? Вот туда поштал один свой поставить. И. Куда-то. И вот один у тебя на стене. И чё? Чё, быстро. А нахуй нам? Ну я сейчас направлю лазер, откроется. Ты нажмешь кнопку, я направлю лазер, откроется так комната. Понял. Ну давай направлю лазер, наверное. Нам же не обязательно надо примерно делать. Не, я лазер направлю. Там 5 секунд комната вроде как. Я скажу, ты нажмешь кнопку и побежишь в свой красный портал и пойдешь и забежишь туда, понял? Комнату. А что мешает тебе начать с лазера просто, а потом я нажму кнопку и зайду? Да? О. Ой. Я держу лазер. Кстати. Ну да. Ну, короче, просто. Подожди, дай глянуть, эта дверь вообще откроется, точно? Да. И чё, да? Блядь? Так ты лазер куда убрал? Я направил. Куда ты его, блядь, направил? Ой. Ты, блядь, че, дегенерат? Не-не, все нормально. Игорь, мне нужно, наверное, поднять, да? Ты в сейве? Я в сейве. Но нам нужна сверху кнопка же. У нас он лазер и не светил туда никогда.
Надо как лазер в пол. Победи. Стой, стой, стой. Ай, жопца, сука. Игорь, сейчас все замутится по красоте. Хата крутится, лазер мутится? А как ты, блядь, его замутишь-то? Отсюда я не смогу свой здесь стрельнуть? Можешь. В потолок? Ну, здорово, да. Ебать. Че? У меня что? Не закроется портал мой? Ну, да, ты какой? Ты фиолетовый хочешь поставить? Ну, наверху. Нет, синий, наверное. Если, блядь, синий. Синий закроется, ты в нем стоишь. Не, я стою фиолетовым. Ну, у меня с моей стороны окей, это да, фиолетовый, да, а да, тебе, блядь, синий. Ну, тогда синий можешь ебануть, что. Вот так. Братан. Красавчик. Не, ну мы поняли. Блядь, ну сейчас дерьмо получится. Окей, давай вернемся, значит, в нашу комнату. Стой! Ладно, пойдем. Кстати. Всё? А, нет, тут я не могу так. Ну все, мы прошли, блядь, легчайше. А, да. Не успели. Так. Так, так, пиздуй. Так может я сначала... Подожди, ну я сначала... Это можно свои порталы может... поставить. Ну да, туда. может... Ну, наверное, я не знаю. Подожди. Ну, кинь синий портал в ту комнату, блядь, с лазером, куда мы должны наводить. Теперь я ебашу портальчики. Раз. Надеюсь, он точный будет. Так, а ну, тебе-то нужно быть в той комнате, наверное, или это потом уже? И как ты иначе в ту комнату попадешь, Hello? Hello, Kitty. Сейчас ты ставишь фиолетовый портал. Так. Куда? Туда. Ну, куда ты стоял, мне до, чтобы я в комнату прошел? Ну, нет, да. Давай с другой стороны. В другую. Себя, с другой стороны. Ну, по мостику пройди, блядь. Ты, блядь. Тут нельзя, блядь, ставить. Все понял. Сука, нахуй. Только тут можно, да? Ну, в принципе, ладно, похуй. Так, а теперь я. Так, там я стоял желтый, значит, красный нужен нам. Блять, как-то я криво, походу, опять поставил, да, или нормально? А здесь нормально. Четко, идеально. Так, а теперь так. Знаешь, что у нас случится? Ага. Теперь. Так. А, не, подожди. Стой, вот сейчас главное, блядь, не ошибись. Соберись. Ставишь туда синий портал. Синий. Угу. А у меня какой там стоит в той комнате? Желтый. Желтый нельзя. Я ставлю сюда, значит. Подожди, нет, твои порталы вообще из крышки, я правильно понимаю? Теперь смотри. Синий, а тут фиолетовый. Так, подожди. Я ставлю, допустим, вот сюда вот красный. И теперь. Теперь. Подожди. Ну ты точно можешь поставить на той стороне портал, да, вот там какой-то. Он работает. Ну, в смысле, о чем мне даст? Не знаю. Просто предложил. Просто. Блять, подожди. Подожди. Так, там твой фиолетовый. Руинить в той комнате фиолетовый. Нам нужно поставить, сука, лазер на пол. На лазер в этот. Сверху вниз, правильно? Лазер вот, вот. Поставили. Мы два воткнули в один, слышь? Да. У нас раньше этого не получалось. Ну все, иди, пизды, нажимай кнопку. Вот и все, блядь. Ты готов? Че? Я готов. Ну ты просто, Дашка. Ты пока не заходи, там опасно. Или че, или нормально? Короче, ты готов? Да, погоди, да. Тебе надо будет прям дернуться и пиздануть туда и нажать кнопку в дверях. Да, я нажал на тап, давай, блядь. Готов? А мне, может, уже могу там уже быть, или че? Подожди. Я и так могу уже упасть, все, давай, нажимай кнопку. Ай! Давай. О. Нажимай и выходи. Не, погоди. И че, нахуй? Тут вторая форева, походу, навсегда открылась, нет? А кубик там не выпал?
Выпал. Погоди, выпал. Так, его надо воздушной капель, наверное, в центр, да? Или что, или лазер будем еще раз? Или лазер дальше будем? Ты тихо, кубик не въеби. Или там форева? Так, а что, кому какие нельзя порталы закрывать? Твои, наверное, нельзя закрывать. Мне только мне работать, блядь. Блять. Так а то, а нахуй мне тут вообще находиться тогда? Стой, ничего, блядь, не делай. Ты, блядь, мы все въебали. Ладно, пока. Да ничего мы не въебали. Мы все въебали, чел. Нет, ничего не въебали. Сейчас, блядь, батя все исправит, нахуй. Наверное. Что ты хочешь делать? Я, блядь, не знаю. Так. Ну, воздушно-капельным теперь... кубик теперь передавай в мою комнату. По плану все. Кубик тебе в комнату? А я не смогу его передать, наверное. Почему? Ты повыше поставь, блядь, эту воздушно-капельную, чтобы он пролетел до конца в нужную комнату. Так тебе вообще нехуй там в комнате то делать. Что тебе там делать, блядь, алло? Нахуй ты там стоишь вообще, блядь, съебал оттуда. Так какая нахуй разница, где я стою? Ну, блядь, нужно, ну, нам нужен кубик. Я не смогу воздушно-капельным передать кубик один. Давай, съебал оттуда, озерочек, нахуй. Что-то. А, нет, погоди. С, ой, блядь. Ну ладно, закупай. У меня же, блядь, мозг не пашет, сука. Давай, съебал, слышишь? Да-да. Ну и чё? Так, иди ко мне. Ну? Мне воздушный капельный шарик будем передавать. Поставь его в полосу, а сам можешь фидить, можешь нет, мне вообще не, похуй. Не, фидить не хочу. Подожди. Ну всё, просто наверх. Всё. Он доедет, думаешь? Да. Едет. А просто в прошлый раз он что-то. У меня слезть с кнопки? Слезть с кнопки, могу слезть с кнопки. Не, нахуй ты что ебанулся. Все, спускай. Слазь. Так, теперь все, сейчас мы замутим все. Вот и все. Сейчас замутим. Все. Теперь. Все, давай мути мне мост. Сейчас замутим. Надо потому верхнюю, там... верхнюю штуку в ту поставить. Лазь. Ну да, я и говорю, это нужно через ту комнату. Мост мне, сука, открывает. О, красота. Оп. Ты нормально? Да блядь, не нормально! Ты нахуй даже... А ты чё? Сука. Тут. Так, о, хорошо. Так. Всё, направляй туда, в синий. Направляй в стенку. Ты. Портал направь! Кубик! Подожди. Эй! В портал направь кубик. Да, да. Подожди, вот, так видишь, ты его вот, криво смотри, поставил. Смотри, там сзади что-то, видишь, вот видишь, там тихо. Что-то обнажалось. Тихо. Бля, чувак, нам, по-моему... А он, кстати, что-то светился? Он нажал кнопку, отпускай. О, слышишь, там, погоди, стой. Центральную комнату смотри, о, видишь, что там порталы. Да, пок-чамп, братан, мы смогли. Что нам делать надо? Убей. Бля, они навсегда отключились? Да, да. Ну, кто да. Кубик упал? Подожди, всё, теперь мы можем юзать кубики, как хотим. Все, это блин. Нам... Ты что сделал? Пок-чамп. Да это два кубика только. Да. Ну, погоди. Оп, давай два положим. Два лучше, чем ноль. О, стой. Теперь... Надо... Вот туда посветить каким-то образом. Вот куда я смотрю. Да. Лазером посветить? Не, бля, фонариком надо. Ты тут что, Игорь, совсем, блядь, не одупляешь? Да, у меня, блядь, что-то башка уже вообще не соображает по тому, что было. Подожди. Нет, тут, по-моему, с разгоном что-то связанное. Тут есть тайминговая кнопка. Тайминговая кнопка это вот та. Так, здесь мы все потыкали. Это два разгон. Куба есть. А как вот этот куб достать? Это тоже временная там кнопка, что ли? Так. Чё? А-а-а, тут должны быть чужие типа портала. Игорь. Ау. Да. Я писать захотел. Давай ты помозгуй тут, думаю, приду уже решение будет готовое, правильно? Давай. Сейчас, минуту.